Всем привет! На улице зима, холодно, пасмурно, поэтому я решила сегодня одеться ярко. И у меня для вас новая полезная информация. Если вы хотите купить какую-то вещь в Литве, то есть два очень полезных сайта, где вы можете сравнить цены. Первый сайт Kainos.lt, показываю вам его через переводчик Google Chrome, так как этот сайт на литовском языке. Но есть и второй такой же сайт, где даже есть русская версия – Kaina24.lt. В русской версии почти все на русском языке. Еще в Вильнюсе начал работу International House Vilnius. Это информационный сервис для релокантов, который помогает упростить процессы интеграции в Литве. В International House Vilnius можно получить консультацию по таким темам, как виза и вид на жительство, налоги, социальное и медицинское страхование, консультации по трудоустройству и открытию бизнеса, получение водительских прав, регистрация транспортных средств, муниципальные услуги, например, регистрация в детский сад или школу, декларирование места жительства, здравоохранение. Бесплатные консультации по интересующим темам можно получить на английском и русском языках. Для этого нужно открыть сайт IH Vilnius LT, который работает в английской, русской и литовской версиях, перейти в раздел «Услуги» и выбрать интересующую вас тему консультации. Далее следовать инструкции на сайте. Я наконец-то ходила в Вильнюсе на прием к терапевту, и она записала меня к трем врачам: неврологу из-за болей в пояснице, гастроэнтерологу из-за того, что меня иногда подташнивает. Также она направила меня на эндоскоп и сдать кровь на анализ по той же причине. Несмотря на то, что желудок у меня не болит, терапевт сказала, что скорее всего у меня проблемы именно с желудком. Я вам рассказывала, что принимаю разные добавки и витамины натощак. Так вот, она мне сказала, что про добавки вообще не доказано, есть ли какая-то польза или вред. И вообще принимать витамины и добавки натощак или после еды особой разницы нет. Я все так же гуляю по улице каждый день по 10-30 минут. Из интересного, что я видела в последнее время, сало на ветках для птиц, лампочки цветов флага в школе на разных этажах. А недавно была самая настоящая буря в Вильнюсе. Так совпало, что в Беларуси в тот же день была точно такая же погода. Смотрите, сколько творожных сырков я накупила. Новый год мы отмечали у родителей моего мужа, были там несколько дней. Все, что мы там делали, ели и спали. Так что в ближайшее время на весы я точно становиться не буду, чтобы не портить себе настроение. Или не упасть в обморок. Кстати, я уже в Вильнюсе ходила в Антакальнскую поликлинику сдавать кровь на анализ из вены. Направление от врача не нужно, просто приходишь голодный до 12 часов дня в поликлинику, на специальном автомате выбираешь язык, литовский, русский или английский, услугу, печатается талончик, и тебя по электронной очереди вызывают в кабинет к медсестре, где нужно показать свой вид на жительство или просто сказать свой осьмянскодос, личный номер. И все. Сегодня я забирала посылку из почтомата Амнива, заказала косметику на сайте Drogas. К сожалению, сегодня ярко светит солнце, не все видно, но здесь можно выбирать язык, и есть литовский, английский и русский. Потом нужно выбрать – забрать посылку, отправить посылку или возврат посылки. Далее вы вводите код, который вам прислали на электронную почту и на телефон с помощью смс-сообщения. В почтомате открывается дверца, вы забираете посылку, закрываете дверцу. На сенсорном экране почтомата нужно нажать кнопку «Подтвердить». Если вам нужен чек, на экране нажимайте «Распечатать чек». Посылку необходимо забрать в течение 7 календарных дней, в противном случае она вернется назад отправителю. Сейчас покажу вам, какую косметику я заказала. CC-крем Lumine. К сожалению, не смогла найти ничего лучше. Раньше покупала лореальские тональные основы, но они зачем-то изменили формулу не в лучшую сторону,
Так что теперь не хочу рисковать. CC-крем Lumine раньше на моей коже держался только часа 4. После этого он куда-то исчезал. Если ходишь в офис, то этого очень мало. Посмотрим, как будет в этот раз. Тушь от Maybelline. Беру ее не в первый раз. Очень нравится. Помада от NYX. Никогда не пользовалась этой косметикой. Попробую. Крем для век от Ruta. Мой польский крем от Evelyn закончился, так что некоторое время я пользовалась маслом жожоба. Крем для проблемной кожи от Mixa. Если честно, я больше сама делаю свою кожу проблемной, но да ладно. Марку Mixa я обожаю. Это недорогой французский бренд. Пользовалась им, когда жила в Габоне и во Франции. Жидкость для снятия макияжа с глаз от Nivea. Думаю, раньше я в основном только кремы для рук от Nivea покупала. Если честно, мне очень нравится жидкость для снятия макияжа от L'Oréal. Очень деликатно очищает, не раздражает кожу, но я не нашла его на сайте, поэтому решила попробовать Nivea. Надеюсь, что не разочаруюсь. Гель для умывания от моего любимого, как я уже сказала, бренда Mixa с цинком. Деликатное очищение. Попробуем. До этого у меня был гель от Isana. Очень нравился, но такого в Drogas не было, поэтому выбрала Mixa. Снова Mixa, крем для рук. Обожаю их кремы. Настоящее спасение для очень сухой и раздраженной кожи рук. До этого у меня тоже был Mixa, и он мне очень нравился. Но, как видите, уже почти закончился. Здесь мне еще положили накладную, по которой я могу свериться со своим заказом. И последняя вещь из моего заказа – стеклянная пилочка. Такие пилочки более бережно подпиливают ногти. Моя старинная от Faberlic разломалась на две части, служила мне верой и правдой много лет. Еще хотела вам показать тоник, которым пользуюсь. Очень приятный, деликатный. Покупаю его не в первый раз и не последний. Получила я анализ крови, все у меня хорошо, но еще я ходила к гастроэнтерологу в Антакальнинскую поликлинику. Мне попалась очень приятная врач, она даже согласилась говорить со мной по-русски. Не знаю, почему раньше мне так не везло с врачами. В общем, я заметила, что меня подташнивает перед приемом пищи, утром или вечером, а после еды никогда. Из-за того, что я питаюсь только 2 раза в день, у меня получается большой перерыв между приемами пищи, поэтому я думаю, что меня подташнивает именно от голода, потому что иногда я терплю 1-2 часа перед тем, как поесть. Как-то так получается. Я рассказала о своих подозрениях врачу, и она подтвердила, что это возможная причина, и посоветовала мне питаться чаще, 2-3 раза в день. Если это не поможет, то можно еще сдать анализ на хеликобактер. Ну и еще из-за стресса может подташнивать, но у меня в принципе особого стресса нет. Кстати, замечательно, что поликлиника с помощью электронных писем и смс-сообщений напоминает о записи на прием к врачу. У нас в Беларуси звонят и напоминают о визите только в платных медицинских центрах. Еще можно зарегистрироваться на сайте поликлиники и самой следить, записываться, отменять или изменять день и время визита к врачу. Также есть портал, есть Вейката ЛТ, где можно тоже зарегистрироваться. И на сайте Pacientes, есть Вейката ЛТ, видеть все свои анализы, можно сказать, видеть свою медицинскую карточку, что врачи в нее записывают, но сайт только на литовском и английском языках. Я вам его показываю через переводчик Google Chrome. Спасибо, что посмотрели мое видео. Огромное спасибо, если досмотрели его до конца. Подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно.